В рамках развития ЮРГУ как национально-исследовательского университета решена очень важная задача – создание современного высокотехнологичного индустриального комплекса по тиражированию инновационной техники, которая создается всеми научными подразделениями. Это основа дипломного проектирования, курсового проектирования. Это основа по созданию вот такого рода одно- и двухслойных печатных плат, швейцарское, германское оборудование. Единственное предприятие в России, которое сейчас имеет вот оборудование такого класса в городе Омске. Мы, по сути дела, сейчас создаем конкурирующую организацию и будем работать не только для ЮРГУ, но и для всего инновационного рынка России. После торжественного открытия состоялась экскурсия по уже работающей лаборатории. Квалифицированный персонал наглядно продемонстрировал процесс изготовления печатной платы, начиная от подготовки фотошаблонов до очистки сточных вод. За 5 лет, пока мы, значит, в статусе Национального исследовательского университета, мы разработали 214 моделей различных учебных стендов. Это очень много. Это только их нужно произвести, только модели. Потом их нужно тиражировать. И это все мы будем делать сами. Это быстро, это дешево. И более того, мы имеем возможность дальше вот эти производственные мощности представлять на рынке. Студенты приборостроительного энергетического факультета будут видеть учебный процесс, вот технологический процесс, и будут в этом участвовать со всех сторон. Это очень хорошее дело.